Дипломатические отношения между Азербайджаном и Казахстаном были установлены в 1992 году. За 30 лет стороны укрепили двусторонние отношения, доведя их до уровня стратегического партнерства. Благодаря политической воле президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым Жомарта Токаева отношения между странами успешно развиваются, активно реализуются совместные проекты. Ожидается, что в ходе визита президента Казахстана в Азербайджан будет подписана комплексная программа развития двухстороннего сотрудничества до 2026 года. В том числе стороны намерены подписать новое межправительственное соглашение по торгово-экономическому сотрудничеству. Кроме того, будут обсуждены вопросы логистики, продовольствия, а также возможности транспортировки казахстанской нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана Баку-Тбилиси-Джейхан. Казахстан развивает свои коммуникации, в первую очередь, через Россию. Основные все и железнодорожные, и шоссейные, и трубопроводные системы, которые связывают Казахстан с мировой экономикой, они идут через Россию, но иметь дополнительные, хотя бы в объеме на начальном этапе 5-10 миллионов тонн для отправки через Азербайджан на рынки, конечно же, придаст дополнительную устойчивость для вывода казахской нефти на мировые рынки. Азербайджан и Казахстан прилагают большие усилия для модернизации и развития транзитно-транспортного потенциала и логистики. Страны играют важную роль в доставке грузов по маршруту Азия-Европа и обратно. Баку и Нур-Султан стремятся превратить Транскаспийский транспортный коридор в ключевую транспортную артерию региона. Азербайджан для Казахстана играет ту же самую роль. Мы ворота, дополнительные ворота, помимо российских, для Казахстана, для выхода на Европу и на Турцию. Но, в свою очередь, Казахстан для нас является точно таким же мостом, воротами для выхода на Китай, на Юго-Восточную Азию. Развитию взаимовыгодных связей способствует работа Казахстанско-Азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Только за 4 месяца текущего года товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном увеличился более чем в 6 раз по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достиг 215 миллионов долларов. Баку и Нур-Султан также рассматривают дальнейшее развитие паромного сообщения, что будет способствовать увеличению товарооборота и росту туристических потоков. Казахстан заинтересован в том, чтобы развивать и паромную переправу с тем, чтобы транспортно получить выход для своих металлов, для своего зерна, другой продукции на европейские рынки и, в частности, например, на Турцию. Я думаю, что паромная переправа Актау-Баку будет расширяться. Отношения Азербайджана и Казахстана строятся на стратегическом партнерстве высокого уровня, как на двусторонней, так и на многосторонней платформах, в том числе в рамках Организации тюркских государств. Предстоящий визит президента Казахстана Касым Жомарта Токаева придаст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений между странами, которые связывают многовековые узы дружбы и конструктивный политический диалог, уверены эксперты. Лидия Молодцова, CBC.